Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с мамой приехали на пляж, который находится около Красной башни. Сначала расскажу вам, как заходить на этот пляж. Вот вы видите, за мной все закрыто, потому что сейчас здесь проходит джазовый фестиваль. Но вы, помимо того, что можете подняться вот по этой вот дорожке и сразу повернуть налево и потом спуститься вниз, вы попадете на пляж, сейчас я вам покажу. Но до 6 часов вы можете прямо у подножья Красной башни пройти мимо вот лавочек, которые здесь есть, и там есть вход прямо вниз на пляж. До 6 часов дверь открыта, вы можете пройти туда и выйти. Либо в любое время дня и ночи можете пройти по той дороге, по которой мы пойдем сейчас. Вот там вот находится этот вход, ну а мы сейчас идем в другой вход, прям мимо Красной башни. Погода такая достаточно пасмурная, потому что вы знаете, что на Турцию движется ураган. Он уже достиг Греции. В Греции Айхан смотрел в новостях, потопило корабли, снесло крыши. Ну, в общем, творится какой-то кошмар. И сейчас он движется в Турцию в сторону Измира. Я не знаю, затронет ли он Аланию или нет, но погода пасмурная уже второй день. Проходите мимо Красной башни. Прям идете до того места, где продаются билеты, где расположена касса. Также не забудьте посетить Красную башню, когда вы находитесь в Алании, потому что это очень интересно, и сверху открывается просто потрясающий вид. Крепость Алании была основана в 1223 году. Идя по этой дороге наверх, вы можете подняться выше на крепостные стены. Ну а спустившись по вот этой вот, по этому деревянному настилу, мы сейчас попадем прям на пляж. Здесь также расположена цистерна, источник. Сейчас посмотрим, можно... Видите, пить из него нельзя, можно только мыть руки. Здесь расположена цистерна, небольшой музей, в воскресенье все закрыто. И опять поворачиваем вниз. И по вот этой вот каменной аллее. Джеймс Бонд мест. И вот здесь есть маленькая кафешка. И прямо идя вниз по этой аллее, заходим в одну из башен и попадаем на пляж. Вход такой здесь не очень приметный, но сейчас я вам покажу дверь, которая открыта, когда здесь нет фестиваля. Вот эта вот дверь, которая находится прямо у подножья, но поскольку сейчас фестиваль, эта дверь закрыта. Также, друзья, когда идете, берите с собой вот такие вот удобные тапки. Идти на пляж можно только по воде. Я не знаю, рискнем мы сейчас идти или нет. Посмотрим. Люди на пляже есть, поэтому сейчас вода очень теплая. Вот таким вот образом мимо вот этой небольшой башенки мы идем на пляж. Другого входа на этот пляж нет. Вода очень мутная из-за того, что шел дождь. Не очень красивая, конечно, но мы очень хотим купаться. Мам, здесь песок начинается. Но мы очень... Вот здесь прям песок начинается около вот этого края. Но мы очень хотим купаться, поэтому... В описании к этому видео я оставлю ссылку на видео, когда мы здесь купались в прошлом году, и была прекрасная погода. На этом пляже обычно не бывает волн вообще. Даже сейчас вы видите, волны не очень большие. Вот так вот выглядит пляж, когда идут дожди. Но когда выглянет солнышко, опять водичка будет голубая и красивая.
Пляж так выглядит, я уже говорила, почему? Потому что сейчас движется ураган, погода пасмурная, неспокойная, маленький дождик, ветер очень сильный и нет солнца. Но вы, конечно же, знаете, что вода очень красивая, когда есть солнце. В общем, сейчас будем купаться. Видите, даже когда, как я и говорила, когда пасмурно, когда даже идет дождь, на этом пляже не бывает волн. Мы сегодня смотрели волны на пляже Клеопатры, и волны были очень-очень сильные. А здесь их никогда нет. Поэтому, когда вы приезжаете летом, летом здесь очень много народу, но море свободное. Поэтому, когда приезжаете летом, обязательно приходите на этот пляж. Он прекрасен и с маленькими детишками, и для взрослых. И мы даже, бывает, при хорошей погоде доплываем вот до той судоверфи и до вот того причала и плывем оттуда в воду. Сейчас разоблачаемся и идем купаться. Если говорить о температуре воздуха, ну, градусов 28 точно есть, около 30. И температура воздуха, мне кажется, температура воды, ну, градусов 27-28 точно, потому что очень-очень... Вода очень теплая, и на солнце, вот солнце вылезло, даже жарко стало. Сегодня, конечно, море не в самом лучшем виде, потому что, как я уже сказала, и ураган, и дождь, и сильный ветер, но нам очень хотелось купаться, и мы очень классно покупались, несмотря на то, что здесь тина всякая разная, ил и так далее. Вода теплая, вот я сейчас стою, мне прям аж... жарко очень на солнце, поэтому купайтесь в Алании в любую погоду. Я думаю, что я теперь буду купаться круглый год и даже в декабре или в январе я точно буду купаться. А знаете почему? Эти видео вы, кстати, еще не видели, когда мы ездили в Кумлуджа, в Демре, в Финике, и недалеко от Демре есть термальный источник, где вода... Ну, я не знаю, наверное, 0 плюс 2 градуса. И представляете, я теперь купалась в этой воде практически как в проруби. Поэтому, мне кажется, после этой воды мне будет уже, ну, не холодно купаться в любой другой воде. Поэтому эти видео вы увидите позже, после того, как мы закончим нашу поездку по Восточной Турции. Ну, и в поездке... Между видео из нашей поездки я так или иначе выкладываю вам новые видео из Алании, потому что вы должны знать, какая здесь погода, какие цены на фрукты и овощи и так далее. А видео, как мы купались в турецкой проруби, увидите после поездки по Восточной Турции. Ну, а сегодня, несмотря на то, что море не очень красивое, оно очень теплое и погода классная. Мам, как тебе? Очень даже хорошо. Вода классная? Теплая, да. Вода очень теплая.
Супер, мне тоже понравилось. Солнышко не сильно печет. Ага. Высота. И таким же образом мы идем обратно через вот эту вот водную преграду. Вот он стоит, кстати, паром, который приходит с Кипра. В описании к этому видео также оставлю видео, ссылку на видео на то, как пришел первый паром, на расписание, на цены и так далее. Смотрите в описании к этому видео. Солнышко то заходит, то выходит, а мы опять возвращаемся обратно по этой же дороге. Когда вы отсюда выходите, сразу идете по... Вот здесь даже написано «пляж». Сразу идете наверх до конца, потом направо, и уже от Красной башни попадаете вниз на набережную. Пляж в крепости – один из наших самых любимых пляжей. Мам, какой тебе пляж больше всего нравится? Мне нравится Домлатаж и в крепости. Самый любимый Домлатаж. Ну да, Домлатаж. Домлатаж? Надо нам еще будет сходить на Клеопатру. На Клеопатру мы как-то... не ходили, и видео там и не делали, и не снимали ничего. В общем, посмотрим, в этом году нужно будет сходить. Сегодня не получилось, потому что, как я уже сказала, мы смотрели видео, там были очень сильные волны. Но сейчас солнце вышло, но говорят, что в Турцию ураган придет только сегодня к вечеру. А вот он, знаменитый кот-бегемот. Черный котик. Котик. Тебе здесь нравится? Красивый. Билет в Красную башню стоит, по-моему, 5 лир. Но есть еще такая система. Если вы берете 3 билета в Красную башню, в Домлатаж и в... Господи, как он называется? Судоверф, точно забыла. Получается 12 лир. Если только Красная башня и Судоверф 8 лир, а Красная башня 6 лир, Судоверф 6 лир. В общем, лучше брать все вместе. Если вы не успеваете за один день посетить Красную башню, Судоверф и пещеру, то вы можете посетить в один день Красную башню и Судоверф, а на следующий день пойти в пещеру Домлатаж. Около Красной башни работает Ибрагим. Он работает в муниципалитете Алани и говорит по-русски. Он всегда здесь, поэтому если вы захотите узнать что-то по-русски, можете спрашивать у Ибрагима. И опять мы возвращаемся на набережную. Здесь проходит вечером концерт. Ты здесь подготавливаешь, что ли? Джазовый фестиваль. Стоит паром из Кипра, и мы отправляемся обратно домой. Вот такой вот интересный поход на пляж у нас получился в пасмурную погоду, но нам понравилось. Да? Да, единственное, что там нет только негде обмываться. Да, там на этом пляже нет душевых кабинок, поэтому обязательно берите воду с собой, но рядом есть, как это называется, кран, где вода течет. А? Как называется? Ну, в общем, кранчик с водой вы можете открыть, и, если что, оттуда только нельзя пить, помыть. Ну, это типа дикого пляжа, да? Ну, да, да. Поэтому здесь не оборудовано. Да, и сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Приезжайте в Аланию в любое время года. Купайтесь, загорайте, отдыхайте. Всем всего хорошего. Пока-пока. Приезжайте, особенно сентябрь, октябрь. Очень тепло, хорошо. Завтра уже 1 октября. Погода отличная. Да, сегодня 30 сентября. Пока-пока.